В Донецк прибыл 20-й гуманитарный конвой из Российской Федерации. 90 машин с материалами для обеспечения посевной кампании. Больше 1000 тонн продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, а также строительные материалы для восстановления разрушенных объектов, учебная литература и спортивный инвентарь для вузов и общеобразовательных учебных заведений Донбасса. С той муки, которая приехала к нам, уже выпекается социальный хлеб во всех наших городах. То материал, который посевной приехал, сейчас приехало большое количество грузовиков с горохом, это уже распределено было заблаговременно. То есть для наших учреждений государственных, которые сейчас занимаются посевной, а также частных организаций, с которыми заключены определенные договора. Но мы критически нуждаемся сейчас в продуктах питания, которые приезжают. Они сразу же через пару дней уже развозятся по всем министерствам, ведомствам и социально незащищенным слоям населения. Игорь Белодит отметил, что главой республики дано указание распределить продукты питания между всеми нуждающимися, которые не получали заработную плату более 2 месяцев, учителям, работникам здравоохранения, а также студентам. Дарья Черничная, специальный корреспондент ТОНИ, Новороссия ТВ.